Микст. Он там! Быстрее туда! Опупительная лодочка, слушай. Мне, в принципе, все нравится. Правда, тесновато будет. 2 на 2, как мой туалет. Эй, чел, я нахожусь на мелком острове. Воу. Ну глянь же на меня. Говорящий краб, офигенно. О, ты глянь на мои руки, какие они синие. Как у Джина. Че у нас здесь есть? Красная кнопочка. Штурвал отличный такой. Пиратский, настоящий, как я люблю. Так, чё-то я не въезжаю. Руль кручу, но стою на месте, даже не разворачиваюсь. А, вот что надо нажать. Газулечку в пол. Стопы, смотри, как компас глючит. Спокуха, крабовый салат, я тут пытаюсь разобраться, у меня тут компас глючит. Можешь помолчать? Спасибо. Только в одном месте так глючит компас. Это в Бермудском треугольнике, неужели я в него попал? И крабы базарят. Етишкин дрищ, надо срочно сос подать. Как и нажать-то? Что это за сморчок? Где мой нормальный гудок? Вот подстава. Сморкнулся в море, вот и сос. Привет, Ищей! Ты видишь меня? Да привет тебе, привет! Вижу я тебя! Ща в гости приплыву! Ну чё, пришло время подать газку! Поплыли к этому салату крабовому. А то нам, походу, плыть-то больше некуда. Шимись! Удачненько припарковался. Проклятый остров! На мель из него сел. Кстати, отсюда яхта кажется намного больше. Доброе утро, чел! Чё ты на яхту пялишься? Лови ящик! Вдруг там чё пожрать есть? Чё за дичь? У меня на яхте не было коробок. Откуда она приплыла? О, да у меня здесь all inclusive. Полный ящик камней. Рыбки плавают. Краб жопу чещет. Прям сны ещё этот звук. Ничего себе, какая зубочистка у меня здесь есть. Неудобненько, зубочистка. Слушай сюда, приятель. Короче, ты же понимаешь, что на этом острове нам придется выживать двоим. Но сразу тебе говорю, крабов нельзя есть, потому что мы крутые. Усёк? Походу, я сошел с ума. А может быть, это галлюцинации? А ну-ка. Черт, не докинул. Дружище, лови. Прозрачный. Ну, так я, в принципе, и думал. У нас есть камушки. Для чего нам камушки? Бамбуковые палочки! Шатать меня с бамбук! Тикс, дудка у меня есть. А я могу, как индейец, с нее плевать. Вот так. Не прокатит. Так испугался. Еще и глаза так выпучил. О, у нас есть крутяцкие выживательные часы. Че там у нас? Минуту 22, 23, 24. Это мы выживаем, столько уже на этом долбанном острове. И у нас проблема с сердечком. Короче, надо отвлечься. Берем камушек. Я так в видео видел. Вставляем сюда. О, прикинь! На ютубчике видосики посмотрел, там, оказывается, не врут. Можно копье себе замутить вот таким вот макаром. Краб, я тебя не слышу, что ты там болтаешь. Тебя не существует, все. Я сейчас буду заниматься охотой, не отвлекай меня. Давай-ка попробуем поймать рыбу. Опа! Нифига себе, на лету поймал. Надо вторую палку замутить. Буду с двумя копьями охотиться. А может, ракушка прокатит? Нет, ракушка не прокатит. Ну за что мне это? Ну как я умудрился уронить камень? Блин, еще часы пикают. Надо срочненько что-нибудь пожрать, а то конец мой близок. Блин, и рыбу пожарить не на чем. Костер! Костер! Ну как его разжечь? Кострищ, где ты? Дров дай мне! Хочешь рыбу? Свеженькая? Да черт из два, если я с голодухи помру, то и ты со мной вместе. Сколько рыбы, а пожарить не на чем. Смотри, там еще одна коробка плывет. Хватай ее быстрее. О, точно, точно, коробочка. Спасение мое. И потонул мой Титаник. Это просто потеря. Поменем мой затонувший Титаник. Все-таки конь двинул. О, 2 минут 46 секунд продержался на этом острове. Кстати, краб-то где? А, он же, конечно, он в мире живых. Это я тут помер. Дубль 2. Ну что, порулим? Попердим? А, тут же нет пердежа. Это же сморчок только. Погнали, газуем. Мы с тобой газуем. Да.
Здорово, крабовый суп. Ты такой счастливый. Ты рад, что я вернулся, да? Ну что ж, приступим. Что у нас в коробочке? Ого, крысочка мне пригодится. Убираем ее сюда. Слушай, вот это круто. Смотри, сколько там бревен и камней. Офигенная коробочка. Почаще бы такие приплывали. А камни сюда и складываем. Можно будет сделать целых 4... О, okay. Ты видел? Коробочка, иди ко мне. Я ее не могу взять. Подожди. Значит, получается, если я возьму 2... О, точно, это как огниво, я могу теперь огонь добывать. Значит, эти зажигалочки я положу сюда. А бревна вот эти я заберу. Краб, хватит спать. У нас, между прочим, очень много дел. Хорошо, что хоть слышишь меня. Значит, так... Сейчас будем разводить костер. Хватит жоп чесать. Зажжем одно бревно. Оп. Давай, работай, как там? Мать честная! Все загорелось! Мои руки! Твою ж налево! Жеваная рыба, как мне это потушить теперь? Краб, звони 03! Я догораю! Серьезно? Я сдох, потому что поджег свои руки? Ну и смерть. Кругом вода, я сгорел. Это остров проклятых, а краб на нем – это долбанный дьявол. Здорово, бес. Как твои бесовские дела? Какой-то день сурка. Все одно и то же, одно и то же. Надеюсь, в коробке что-нибудь новенькое. Слушай, а что если мы вот эту крышечку попробуем поджечь? Надо попробовать. Окей, поскольку бревна у нас в прошлый раз сгорели, когда их положил рядом с костром. Да хорош уже болтать, дай мне сказать. Спасибо. В общем, бревна мы теперь... Ты заткнешься или нет? Я знаю, что ты долбанный краб, помолчи. Поскольку бревна у нас в прошлый раз загорелись, нам нужно с тобой их отсюда убрать вот, например, сюда. Здесь точно они не загорятся. По крайней мере, я так думаю. Теперь берем наши камушки и попробуем поджечь нашу крышечку. О, вроде прокатывает, слушай. Еще разок. Еще чуть-чуть. Но последний. О, краб, у тебя там кустик горит. Ты там давай поаккуратней. Там что, пердулю греешь? Ладно, грей. Нет. Фух, чуть не поджег эти дрова. Еще бы одна искринка, и они бы загорелись. Значит, берем нашу палочку, утаскивай сюда, так вот. Долбанный бамбук. О, вытащился. Сейчас копиюшечку намутим. Ништяк. Вторую сейчас сделаем. Так не прокатит. Придется насаживать. Шпих, фейерверк, Мерберг. Теперь я опасный тип. О, бревна догорают, надо срочно что-нибудь пожарить. Сейчас попробуем поймать рыбку. Опа, одна есть. Не успел. Да как-то вы шустро. Да что ж такое-то, левой рукой вообще жопа ловить рыбу. Время кончается, сейчас голодухи помру, надо пожарить эту хотя бы рыбуху. Жарься быстрее, чё так медленно? Етишкин корень! Слышь, краб, может ты мне как-нибудь подсобишь? Чё рыба так долго жарится, а? Ну давай же, давай! О, сейчас пожрём. Опа. Какая легкая. О, да. Рыба вообще хп мало восстанавливает. А что если мы кокосы попробуем сбить? Так. Какой сище? Здоровен. О, подожди, коробка приплыла. Что там у нас есть? Бревно и камушек. Не густо. Черт, мы помираем с голодухи. Еще и рекорд я какой-то установил. Жрем кокос быстро. Да. Слава богу, кокосы спасли мне жизнь. Надо еще сломать. Как это делается? Как я его в прошлый раз сломал? Ты слышишь? Самолет летит. Тип, я здесь. Чувак, вызови спасателей, пожалуйста. Как я кокос сломал в прошлый раз? Я тогда очень торопился и не обратил на это внимания, как я его ломанул. Твою ж налево. О! Давай. Да. Скорлупу попробуем поджечь. А поджечь-то нечем. Блин, а камни-то закончились. Беда. Зато кокосики есть. Надо их будет потом вытащить. А пока поймаем рыбу. На лету. Есть еще одну. Давай, выпрыгивай. Далеко было. Да что ж такое-то? Кокосики тихо не уплывать от меня. Есть. Поймал. Хе-хе.
Рыбу пока оставим здесь. Слушай, я могу... Рыба снимается, а камень? А камень я уже не могу снять. Это печаль печальная. Так, рыбёх, не убегай от меня, иди сюда. Копья пока здесь пусть полежат. Охраняй их, понял? Кокосики соберем. Вот так, да. Смотри, какие у меня здоровенные кокосы. Рыба из зубастой? Это что, пираньи, что ли? Чёрт, кокос сломал. Рыбёх, не убегай. Да, действительно, смотри, она счастлива. Улыбается так. Ой, я пожрать надо. Они идут, щемись. Кто идет? Где? Кто? Кого? Зачем? Чайки? Блин, кажется, у меня копье утащили. Слышь, долбанный охранник. Хитрёная репа. Ты это видел? Здесь кракены водятся. Чё ты мне раньше об этом не сказал? Да убей на. Поднасытились. Кажется, у нас больше нечего пожрать. Чё мутим? Камней у меня нету. Крышкой сейчас накроем рыбу, чтобы чайка не уперла. Ни хрена себе, как ты умеешь. Чувак, тебе не больно? Хватаем копье. Эй, я сможешь так за себе руку оторвать? Нет, отдай мне лучше свою клешню. Нифига себе, она на днище ушла. Чудо-остров, чудо-звери. Ой-ой-ой, коробочка приплыла, я ее даже не заметил. Капец, там камней нет, одно бревно. Мне густо. Золотая рыбка, лови ее быстрее. Да вижу, я вижу, сейчас я ее поймаю. Что она дает, что она дает? Чайка, я видел ее. Надо рыбу спрятать, чтоб она ее не сперла. Остров маленький, конечно, но... Коробка уплыла. Может ее с сырой схомячить? Не прокатит. Давай-ка я ее сейчас накрою. Вот так вот. Надеюсь, это поможет от наглых чаек. Часы опять начали пикать. И ночь на дворе наступила. Значит, надо перекусить кокосиками. Вечерний ужин. Кокосы, одна надежда только на вас. Камней же нету. Да. Слушай, а я могу как-нибудь кокос обратно склеить? Кастаньетти! Прикольно же, можно музыку играть. Битбокс, тра-та-та, все дела. А я могу палку воткнуть. О, стоит. Тихо, не падай. Да что ж, ладно, полежи. Ма, ракушечка. Я ж с тобой так и не разобрался. Для чего это? Прикрыть мне писюшечку, что ли? Или, может, это кепка? Вот так вот. О, чайка. Ща, я ее поймаю, насажу на свою пику. Так, попробуй мне что-нибудь стащить. Ты не достал. Incoming! Она идет! Получила по жопе! Вот теперь вали отсюда подальше куда-нибудь. Красава, да? А ты себе вторую руку когда-нибудь оторвешь, не? Слушай, а что если мы попробуем вот так? Один камушек берем. О, работает! Отлично, сейчас зажарим рыбку. О, добавить огонь. Главное себя не поджечь. Коробочка плывет. Это просто пупительно. Шикарнейшие новости. Давай, что у тебя там есть? Череп! Okay. Твою налево я беру! Я поджарился до готовности. Ну что, приятель, такое случается. Прости, но ты сдох. Ну, что я могу сказать? По крайней мере, рыба сготовилась.